За заботу о детстве – почетный знак губернатора Волгоградской области. Сегодня, в Международный день защиты детей, Сергей Баженов провел торжественный прием жителей региона, которые внесли значительный вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей, их развитие и воспитание. А для самих детей, воспитанников детских домов и школ-интернатов в правительстве региона состоялся День открытых дверей, рассказывает Людмила Кухарева. Эти награды сегодня для тех, кто посвятил себя детям. Педагоги, социальные работники, многодетные мамы. Почетного знака губернатора «Забота о детстве» по традиции удостоены 10 жителей региона, которые внесли большой вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей, их развитие и воспитание. Наша главная задача, задача каждого взрослого человека – сделать максимум, чтобы жизнь детей была счастливой, радостной, чтобы они как можно больше улыбались и радовали нас. Ведь только, наверное, хорошее настроение детей, хорошее настроение женщин создает хорошее, здоровое настроение в обществе. Очень важно, чтобы дети всегда чувствовали поддержку взрослых, подчеркнул губернатор. В Волгоградской области существуют специальные программы в защиту материнства и детства. Особое внимание многодетным семьям. У Татьяны Маслеевой и ее мужа 6 детей, 5 из них приемные. У себя в Жирновском районе эта семья признана лучшей. Все ладят. Ссоры как таковой, нету. Дружная семья. Разговор о детском счастье продолжился уже с воспитанниками детских домов и школ-интернатов. Для них в честь праздника в правительстве региона устроили День открытых дверей, чтобы показать, как принимаются важные для области решения. Кроме губернатора и правительства, в городской области есть еще одна ветвь власти – законодательная. Законодательная ветвь власти – это правая рука, левая рука, предплечье губернатора Волгоградской области, если образно. Почему? Потому что губернаторы, депутаты – это люди, которые формируют самый главный документ Волгоградской области – бюджет, то есть кошелек. Юных гостей губернатор пригласил в свой рабочий кабинет. В детстве он, кстати, тоже воспитанник детского дома, мечтал быть капитаном. А сейчас находится у штурвала области. Самое главное – стремиться побеждать и всегда помогать друзьям. Такой совет дал молодежи глава региона. Людмила Кухарева, Александр Колоскин, телекомпания «Ахтуба».